Равнение на флаг звучит гимн России, Нарофоминск, Мытищи, Королев, Истра, Раменское, Одинцово. Новички и уже опытные спортсмены. Открытый турнир для тех, чьи способности превосходят возможности. Был приурочен ко Дню народного единства. Сегодня очень необычный у нас турнир. Почему необычный? Потому что к нам присоединились еще две команды. Команда Доброго дома из Звенигорода и команда из военного санатория Звенигородский. Команду составляют ребята, участники СВО, которые проходят реабилитацию после тяжелых ранений. Тяжелое ранение получил в марте этого года. Руки не опустил, скорее наоборот. Характер у Николая боевой. Есть кого? Дед ветеран Великой Отечественной войны. Внук пошел по его стопам. После армии остался служить по контракту. С 22 года участвовал в специальной военной операции. Сейчас он член команды «Сильный духом» для людей с ограниченными возможностями здоровья. Участвует во всех спортивных соревнованиях. Уходит только с победами. Приезжали 31 августа в Звенигород. Я там как раз был и забрал первое место по метанию шаров теннисных в кольцо. И первое место забрал. Только так. А сегодня ты в чем будешь соревноваться? Ну, сегодня в дартс, метание кольцо, баскетбол, гири и штанга. Семь спортивных дисциплин – волейбол, кульбута, дартс, метание теннисного мяча и не только. Для тяжелоатлетов – русский жим и гиревой спорт. Зачет как в командном, так и в личном первенстве. Соревнования судят профессионалы, а значит, поблажек не будет. Мы оперируем нормами правил по данному виду спорта. То есть все судьи квалифицированные, прошедшие большую, огромную подготовку, которые принимали судейство в чемпионатах России, Москвы, этапах Кубка мира. То есть у нас весь штат квалифицированных судей. По всем видам спорта одинцовцы оказались в тройке сильнейших. Впрочем, лидерство на этих соревнованиях не главное. Ведь каждый из участников уже одержал самую важную в своей жизни победу. Победу над собой. Татьяна Верняковская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».